Город принял больницу скорой помощи на баланс 8-9 месяцев назад. Она уже в муниципальной собственности. Однако Труханов не хочет, чтобы здесь обслуживали одесситов бесплатно, как это было задумано. Он хочет продать больницу и в очередной раз прикарманить несколько миллионов. А вы знаете, что у нас есть абсолютно новая больница скорой помощи на балансе города? Которая до сих пор так и не работает, конечно, знаю. Да. Проблема в том, что как бы больница уже 9 месяцев находится на балансе города, есть деньги на то, чтобы оснастить ее полностью и открыть, но почему-то город ее не открывает. Как вы думаете, почему? Почему? В деньгах вопрос, как обычно. Там же Труханов. Видимо, городу это невыгодно, новую, хорошую, красивую больницу иметь, правильно? Какие еще могут быть вопросы? Больница, станция скорой помощи есть, то, естественно, нужно сделать все для того, чтобы ее запустить. Они не могут поделить, будет частная или будет муниципальная. Да. Вот и все, что здесь еще. Если было бы частное, значит частное. Раз себе деньги вложили, и люди уже зарабатывают на этом деньги. Также и муниципальное тоже вложили деньги, и люди опять уже, город уже зарабатывает. А так ни те не могут это все раздеребанить. Если город не хочет, значит он хочет денег, это понятно. То есть из-за коррупции? Безусловно. У нас нет никаких других препятствий для чего-либо, кроме коррупции. Наверное, маленькие взятки дали нашим чиновникам. Ну, у меня других предположений нет. Кто, частники вы имеете в виду маленькие взятки или кто? Ну, там у нас же все построено. На откатах и на всевозможных там каких-то выгодах. Но только не почему-то не для городских жителей, а для себя лично. То есть думаете, что дадут все-таки в частные руки? Да. Ну, это, знаете, 90%, наверное, учитывая положение всех вещей в нашем городе, касаемо этих всех будок и всего остального, я не удивлюсь, что так оно и будет. Непонятно, что мешает мэру, городскому совету, значит, нужно принять решение на каком-то уровне. Просто они решили, что не нужна. Да. Ну, может, не нужна, потому что у них страховки там в Интасане, в этой Святой Екатерине, может, она лично для них и не надо. Но для простых жителей, особенно малообеспеченных, это, я считаю, это, конечно, нужно. Я знаю, что можно сделать. Только если несколько десятков тысяч людей выйдет на улицы и скажет нет, вот тогда они испугаются.